В эстонской Нарве снесли военный памятник Т-34. После заявления властей о необходимости убрать все памятники советским воинам, жители города днями и ночами охраняли танк. Однако активистов задержали и начали демонтаж. Танк обещают перевести в военный музей. Братишка, прощай! Поехал. Как герой через всю Эстонию. Премьер Кая Каллас заявила, что надо как можно быстрее демонтировать в Эстонии все советские памятники.